меня зовут Евгений Вдовин, начальник отдела технической поддержки STP-RIM. Я хочу вам представить вибрационный завещатель сечи, который является, в принципе, уникальным завещателем. Он позволяет блокировать до километра 800 периметра. Датчики вибрации работают на основе, на базе акселерометра, что позволяет нам уйти от помех, низкочастотных, как в трибокабелях, но в то же время позволяет обнаруживать как перелаз, разрушение, перекус, прорыв и противоподков. Данный извещатель настраивается с помощью имитатора воздействия, который имитирует один перекус. С помощью него мы настраиваем извещатель. То есть работа, настройка извещателя проверяется нормированным воздействием, это является отличительной особенностью. Каждый извещатель может блокировать до 12 метров периметра. Вот. Извещатель уникальный. Есть, скажем так, облегченная версия, это в неразборных корпусах, стоит немного дешевле. Также в линию можно подключать блок контроля шлейф сигнализации для контроля ворота калита, который принимает у себя сухой контакт и включается в ту же линию, что и датчики вибрации. Извещатель интегрирован по интерфейсу в Orion, в ITV, Bastion, ну и в принципе готов к любым интеграциям по ERAS-485. Есть построенный на базе извещателя датчик вибрации DVLO, который настраивается с помощью тампера, и ему не требуется система сбора, у него есть свой контакт на выходе. Есть аналог данного извещателя, который имеет исполнение IP68 и может работать под водой.